В первую очередь мы трудоустраиваем категорийных наших деток, особо учитываем о категории. 60% от трудоустроенных у нас уже трудоустроены. Детки таких категорий, как малообеспеченные, из многодетных семей, состоящих на всех видах профилактического учета. Делаем мы это с той целью, чтобы наши дети были заняты. Такая профилактика и такое трудоустройство помогает нашим детям как можно быстрее сняться с профилактических учетов и встать на жизненный путь, который необходим. Дети наши работают на всех отраслях города Сочи и в управлении по образованию. Да, в школах мы трудоустраиваем. Трудоустраиваем в здравоохранение, в больнице, в поликлинике, в санаторно-курортную отрасль, гостиницы и санатории. Также они у нас работают в сфере потребительского рынка, да, в магазинах работают, помощниками продавцов работают. Ну, то есть в различных отраслях мы трудоустраиваем. По трудоустройству инвалидов. Это, конечно, такая категория граждан, которые не особо защищены. Центр занятости пытается помочь им, также привлекает работодателей, да, с целью трудоустройства. Были года, когда наши работодатели не желали трудоустраивать инвалидов, потому что они их просто боялись брать, да, потому что есть дополнительные отпуска, есть заболевания, это все понятно. Вот к нам обратилось на сегодняшний день 163 с начала года инвалида, из них 53 трудоустроено. Добавлю, что всего в банке Центра занятости населения сегодня более 7,5 тысяч вакансий. Как отметили в организации, курорт стал круглогодичным, поэтому в основном специалисты требуются на постоянную работу.